С моей точки зрения, Сноуден, во-первых, изменник своей родины. Он преступник на территории своего права применительного пространства, и из этого надо исходить. А каковы наши национальные интересы? Здесь специальным службам необходимо разобраться и извлечь из этого максимум полезного для нас. В нашей стратегии такое явление, как Сноуден, может быть полезным.